нам была поставлена задача разлить и загазировать обычную воду со скважины. Ну, сегодня мы продолжаем проект по установке линии бюджетной для нашего клиента. То линия у нас будет елочка, то есть XRP-16, полячка. У нас там есть в великолепном состоянии. Потом да, будет укупоривать наш, именно наш однопатронный автомат с подачей пробки. АУ-210. АУ-210. Ну, конвейер будет там, понятно, стандартный. Там, сколько там? 6-8 метров. Ну и все, пока. А сатуратор? А, ну сатуратор-то, сатуратор, естественно.